Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дарканомании, и да, у нас сейчас идет время на акционное выведение. Для этого нам нужен наш вот этот новый дракон, кстати, он вот у нас дракон, по-моему, месячный, да, сейчас мы глянем, плюс дракон лава, и получим нашего нового дракона. Че, если нажать смотреть, а нам сюда просто дракон лазер. Прикольно, кстати, выглядит, напоминает, как это был мод, Far Cry Blood, чего-то там было, аддон, или как это назвать, к Far Cry четвертому, по-моему, или был такой, короче, прикольный аддончик, в который я не играл. Итак, давайте мы зайдем вот сюда, и вот наш дракон лазер. Он у нас, кстати, идет месячный, и я, естественно, приступил к его выведению. Так, комбинашечка, какая у меня там комбинашечка? У меня огонь плюс принц, это, в общем-то, одна из самых лучших комбинаций. В принципе, там есть комбинации разных стихий, их просто невероятное количество. Это у нас вот здесь даже пишется, что берите, типа, любых два дракона. А у одного должны быть стихии, типа, вода-ветер, у второго металл-огонь, но их можно в любом комбинации, может быть один дракон со стихией огонь, а второй дракон с другими стихиями. В общем-то, комбинировать можно всего что угодно, но самая эффективная будет комбинация вот эта вот, которую вы сейчас видите. Там есть, в описании я закреплю, какие там еще есть комбинации, так что переходите туда. Там кроме принца еще есть, допустим, тоже много разных вариантов. Также у нас получился, ребятки, еще один дракончик. Давайте сейчас мы освободим тут места. Разместить давай сюда к очаг. Кстати, да, по-моему, наш новый дракон такой же, как и очаг. Сразу давайте вознесем кого-нибудь. И так, это моя вторая комбинация. Первая была полчаса, вторая комбинация была уже там 40 минут и снова 40 минут. Ну, тем и хороши комбинации с драконом огонь, что они зачастую очень шустрые. Так, ну это тоже сейчас сразу продадим. Продать. Ну и обычно появляется вот это вот ускорение, которое можно буквально сразу два раза подряд и практически моментально выводить этих драконов. Так, по-моему, вот очаг. Очаг наш дракончик, да. Разница у нас у дракончика лазер буквально, по-моему, на единичку будет больше удар. У нас там тоже стихия света присутствует в качестве второй. Так, и но он в целом будет чуточку похуже, у него будет жизни там существенно меньше, до 70 от него базовая. Ну, в общем-то, разницы между ними практически никакой нет. Так что чисто так для коллекции, ну либо у кого нету очага, если он ему нужен, то можете, короче, к этому дракону приступить к выведению. Ну, я, естественно, его увожу только, ну, только вот для этой акции 11 дней. Ну, если получится, конечно, то я буду не против. Красной чешуйки, мне нравится этот дракон. Правда, это всего лишь эпический, то есть нам нужен легендарный дракон, чтобы вывести красной чешуйки. Как бы, зачем? Зачем? Дракон красной чешуйки представляет собой твердую личность, но стоит только заглянуть под его панцирь, и вы обнаружите истинное сокровище. Выглядит, конечно, он хорошо нарисованный, мне нравится, как он нарисован. Зачетно. Так, что у нас тут еще идет? Также у нас еще китайский дракончик, да, дракон-наставник. Тоже не помешал бы его. Угорь плюс броня. У меня эти драконы есть, угорь и броня. Да. Стоит тоже их повыводить. Так, а кого мы вывели? То есть из колдовского кто у нас там стоит, ждет? Яйца. Нет, не яйца. А, сейчас мне не покажет, да, колдовское разведение? Или покажет? Где тут котлы, 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 колдовать, вывести? Да, вот покажет. Сейчас только раздуплится. Так, вот. Это гипно... Гипноэстес, ребятки. Да, кстати, многие из вас писали в комментарии, я знаю, это красный дракон. Шутники, конечно, однако это действительно красный дракон, никто не поспорит, если не вдаваться в оттенки. То есть у меня он получился довольно быстро, пару комбинашек всего лишь. Вот, до конца разведения, кстати, идет даже времечко. Следующего, наверное, приступим вот к этому парнишку. Заколдовать. Нужно... А у меня есть этот дракон уже? Ух ты, я не знал, что он у меня есть. Ну, тут надо сразу колдовать на два уровня.
Да? Или там даже на 3. До третьего уровня вот этого нужно. Ничего себе, это же дракон броня, кстати. Тег, который нам нужен. Да, бронька. Колдовство. Колдовать. Ну, у нас осколков много, вообще 3 косаря, тут 500, 1300 и 211, ну тоже как бы не, вообще не печалька заколдовать какого-то обычного дракона на 3 звезды. Ну, на 4, конечно, уже не стоит. И вот, в общем-то, приступим мы к этой комбинашечке скоро. Так, кстати, я сюда не заходил. Чё у нас тут за дела? Так, средний уровень дракона 58. Ну, я вообще тут в попе. Ни одной битвы, кстати, здесь не провел. Потому что... О, наконец-то у нас попался какой-то противник. А то постоянно только сложные, сложные, сложные. Ну, наверное, за один день я тут ничего не успею сделать. Фух, хорошо хоть промазал. Отлично. Кстати, да, мы же в этой серии должны купить босса. Дракона-босса, ребята. Купим дракончика-босса. Так, давайте еще раз найти соперника. Бесплатное обновление. Есть, попался нам один. Но да, очень мало слабых противников здесь. Так, ну, пока что. Ну, хотя бы остаться в этой лиге. Хотя смысл оставаться. Надо глянуть, что там. Там призы какие-то, как обычно, какая-то фигня понтовая. Подлечим архангела. Ну так, маловато, это его не спасет. Его спасут его друзья. Плюс 159. Так, ух ты, я на 173 месте. Ой, я уже, в принципе... А, ну точно. Ничего себе. Так, я остаюсь на второй... Во втором месте, кстати. Как-то так слишком быстро продвигаюсь. Неужто ли можно хотя бы одним глазком взглянуть на первую лигу, а? Ну, награды вообще ни о чем. То есть пару сот монеток, это нас вообще никак не завлекает. Еще один слабенький попался, отлично. Дракон Торт. Что-то мне он как-то на скелета сразу показался похожим, как будто вот эта косточка торчит у него. Так, а Гавушка... Так, траванули нас, ребятки. Вот так, разобрались. А ну-ка, какое будет место? Плюс 211. Так, ну нет, мы никуда не продвинулись особо, да? Ну ничего, можно, стоит попробовать закрепиться. Ну вот все, короче, обновить я уже не могу, надо подождать будет. Так что, надежда маленькая, очень маленькая, но есть. Заглянуть вот сюда. В лигу драконьей чешуи 1, кстати, это раньше она была последней. Да, но теперь вот добавили еще элитная лига. Нужно 3 дракона уровня 80. И дадут нам всего лишь эпика. И сила 75. Какой смысл в таких наградах, я не знаю. Прям так и захотелось вот это жопу рвать, чтобы туда попасть. Ну, легионер 67. Ну, тоже такой слабенький дракончик относительно. Но выглядят они неплохо. Средний уровень 75, здесь 58.
Ну такое, посмотрим, посмотрим. Так, теперь тогда идем куда? Идем в магазин и купим себе дракона босса. Мы жилище же мы уже поставили. И это будет вот, да, это будет Тина 550. А почему-то я думал, что больше. Босс! Ха-ха! Тина. Но что-то я как-то пропустил. Я думал, что мой следующий босс будет типа за 700 кристаллов или за 800 разместить. Вот для него жилище. Мы пошли собирать уже вторую пятерочку, да, вторую группу драконов-боссов. 600 рейтинг для всех драконов. Плюс 10 рейтинга. Чего? А, ну рейтинг, оно вообще-то мне интересует золото, производство золота, а не рейтинг дракона, мне как-то... Мне вот золото нужно, да? Вот так вот. Ну, отлично, это то, что я хотел давно, ради чего я там копил столько кристальчиков. Второй, конечно, момент, куда еще можно было потратить эти алмазики, это либо на прокачку вот этого жилища, ну 150. Я, в принципе, могу прокачать на самом деле. Но больше, наверное, мне хотелось раньше вот это прокачать на 9, но 750. Ну, на самом деле, нужды в этом нет. То есть, как бы, у нас есть большое количество очков доверия. Вот, ну, обычно у меня их полно, пока, когда нет акции. Потому что мы вот друг друга вот так вот... можно отправлять подарки, точнее, здесь это вы помощь выполняем, да? Так, иди сюда. Всем помочь, всем, кто попал в беду, обязательно нужно помогать. Делаю это каждый день. И вот так вот, кстати, нам приходят подарочки, да? Переходим сюда и вот сюда. А все лишнее, что не поместилось, например, у меня уже максимальный лимит вот этих вот очков, превращается в 15 тысяч монеток. Это тоже довольно-таки приятно. Сейчас надо показать код дружбы обязательно свой. Кто к нам недавно присоединился. Так. Вот мой код дружбы. 5B0F59. Ребятки, не забывайте добавляться в друзья. Нас уже 1292 человека в друзьях. Интересно, почему так мало? Почему 1292? Почему не 10 тысяч? У нас же, думаю, наберется 10 тысяч человек. Все, кто играет в Легенды Дракономании. Думаю, наберется. Так, так. И... Давайте-ка... И подарочки. А подарочки дарятся вот с закладки вот здесь. И вот они будут вам приходить. Там, где мы только что их собирали. Ну так, давайте тогда заглянем... Сейчас, что у нас здесь? Так, мы уже чего достигли, рубеж один, отлично. Нужны ингредиенты. Так, это не нужно. Приласкать драконов обязательно это сделаем. Так, и куда мы еще идем? Идем. Может, на колдовство заглянем, соберем сундучок. Сундучок готов. Промахнулся. Что у нас здесь в колдовской лиге? Нормально. Место 624. Очков. Сколько очков? Сейчас нужно глянуть. Очков, как обычно, жутко мало. Так. Ну, какая красивая аватарочка. Ястреб. Так. Ну что, кого возьмем? Осень. Тигра нужно заменить. И ягодку тоже заменить. 40-й левел. Ну, для тигра это будет, наверное, многовато. Хотя посмотрим сейчас. 39-й. Ну, это все можно было пройти.
35-й, блин, наверное, все-таки можно было и тигром с ягодком справиться. 37-й. 33-й, да, можно было пройти своей самой слабой комбинацией. Так, всего лишь 5800 очков, да. Последнее время не так активно сражаюсь на колдовской арене. Так, ну и давайте тогда побежим, ребятки, на карту. Так, сколько тебе еще расти? 19 часов. Ну, завтра будет все готово. Еще мы выполнили какие-то задания. За супер награду. Так, ну и мчимся. Нас здесь ждет босс. Так, мы вместе с вами открыли эти врата. Ладно, давайте пойдем сейчас к вратам. Нам нужно попросить еще помощи, чтобы открыть следующих. Крепкие ребята. Но это пока их не проатаковал факел. Так, мегалодона только что победили. Каркасный мост, ребята, мы прошли. Так, два дракона броня. И электрика. Как раз отлично. Архангел их должен... Да. Должен, но не должен. Кстати, неплохо было бы, если бы пустота пробивала сквозь щит. Но вообще-то... А, энергетический удар, да, может щиты поснимать со всех. Так, 59-е противники. Ну, блин, уже капец. Они, конечно, сильные для нас. Пока что... Спасает отсутствие звездочек у них. Так, механический змей нас покинул. И легендарный дракон Корни тоже нас покинул. Дела папаши. Так, ну и здесь нам нужно попросить помощи. Вот так. Отлично. Думаю, на следующую серию у нас уже будет все открыто. Так, а у нас что, еще один босс? А, нет, точно, мы еще его не выполнили. Так, две планетки 60-го левела, но это будет изи-катка. Может, кого-нибудь оглушим, нет? Промах, промах, это всегда хорошо. Вообще, короче, Архангел, ну, оглушил, это хорошо, конечно. Но вообще у его удар какой-то очень слабый. Надо Архангела, что ли, подкачать. Наверное, сейчас мы так и сделаем, ребята. Так, давайте выйдем отсюда и посмотрим. Так, какая сила у тебя? Он тоже 51, но на 3 звезды. У него 2 миллиона 200 на 600. А здесь на 2 миллиона жизни меньше. Ой, да. Это всего лишь та одна звездочка. Разница в одну звездочку, но капец. Надо кормить его. Что поделаешь? Так, 2 ляма ушло. Какие показатели стали? Ну да, еще далеко. 2 уровня. Звездочка это все-таки 2 уровня. Я, конечно, могу его заколдовать, но пока что не хочу.
Я могу и факел заколдовать. Но легендарные осколки очень редкие. Я все-таки еще не полностью собрал свою команду. Может, какого-то еще дракончика. Раз, два, три, четыре. Так, ну вот теперь он должен приблизиться к показателям. 6700 жизней, даже больше, но удар чуть послабее. 2 миллиона вместо 2200. Ну, отлично. Теперь, в общем-то, можно сходить еще на колдовскую арену. Там протестировать нашего... 50-й. Вот так вот, допустим. Сейчас мы возьмем Архангела. У меня есть такие вот усилялочки. Нет, это пусть один будет. Ну, тут обычный щит стоит взять. И думаю, можно идти. Нет, 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 я передумал. Очень какие-то сильные противники. Так, ну вот здесь уже, наверное, хотя... 46-й. Это все равно, что 48-й. Блин, без щита было бы вообще печально. Щит, конечно, слабенький был, но... Ну... Жаль, да? Чуть-чуть не хватает, чтобы пробить его за один удар. Ну, это легкотня. Рубин — это фигня. Так, ну, справимся. Ну, вот на крапаль не хватает, чтобы пробить пчелку за один удар. Ну, в общем-то, вот такой вот у нас силы теперь Архангел. Вот такие вот дела, ребятки. В общем-то, на этом тогда я эту серийку заканчиваю. В следующей серии у нас будет Дракон Чужой. До скорых встреч!